Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа «Республика». Об основных событиях дня и прошедших праздников вам расскажут наши корреспонденты и я, Галина Титарчук. Молочные страсти. Что в новогодние праздники случилось с ценами на этот товар первой необходимости? Как выжить в празднике? Или сводка происшествий за длительные выходные? На дворе звенит копель. Скажите январю, что он не апрель. Первая рабочая неделя в новом 2014 году будет короткой для россиян и продлится всего 2 дня. Так что вхождение в рабочий ритм после длинных праздников пройдет в щадящем режиме. По данным Всероссийского центра исследования общественного мнения, в конце 2013-го большинство россиян намеревались встречать Новый год дома в кругу семьи. Чебоксарцы, судя по нашему опросу, так и сделали. О том, как прошли праздники, мы спросили у горожан. С семьей встретился. Просто я не отсюда сам. Дома проводили, как обычно, стол с мужем, с детьми. В общем-то, нормально, хорошо. А на столе что было распределить? Ну, как всегда, шампанское это обязательно, фрукты, ну и легкие такие салатики. Мяса не было. Пост, батюшка, пост. Понятно, скажите, а что дарили вы? Что дарили? Да знаете, просто добрые слова. Пенсионеров денег мало, так что что особо подаришь? Звонки, поздравления. Да елку не ставим мы сейчас, телевизор смотрели. То двух часов. Вот и все. Пенсионеры как могут встретить? Да, со всеми радостями телевизионными. А на столе вроде бы как у всех. Всего понемножку и достаточно. А с кем встречали? Ну, у нас маленькая семья, бабушка, жена, я втроем. Спасибо. Так что было самым различным образом. На Новый год я встречалась с родителями, дома сидела, потом пошла гулять с друзьями. У меня сессия началась, сессия готовилась. Отмечали с друзьями, хорошо. Конечно, каток, кино. Хотели на лыжи, но не получилось. Дарили разные вещи, деньги дарили, какие-то украшения, косметику. Лошадей я не дарила, мне тоже не дарили. В Новый год некоторые жители Чебоксар столкнулись с нехваткой молока в магазинах. Сообщения об этом появились в одной из социальных сетей. Как пояснили наши телерадиокомпании в Министерстве сельского хозяйства Чувашии со ссылкой на переработчиков молока, отгрузка осуществлялась строго по заявкам магазинов. Правда, количество этих обращений в новогодние праздники сократилось. Наше предприятие работало без выходных. Какие заявки мы получали, мы все выполняли. То, что касается по сетевым магазинам, видимо, новогодние праздники побоялись, что возвраты будут. Заявки неполноценные были, поэтому недостаточного молока. Между тем, стоимость молока выросла. Произошло это еще в конце декабря прошлого года. Тогда повысились отпускные цены, соответственно, отреагировала розница. К примеру, по данным Чувашстата, молоко стерилизованное 2,5% и 3,2% жирности подорожало на 0,2%. Традиционно накануне Нового года выросли цены на некоторые другие продукты. По сведениям Чувашстата, больше всех выросли в стоимости овощи – капуста, лук, картофель. В ряду подорожавших товаров – масло, сыры, мясо, конфеты, шоколад, хлеб, водка. Снизились цены на гречку, муку, подсолнечное масло, яйца, рыбу, вермишель, сахар, соль, чай и морковь. Сегодня глава республики обсудил с руководителями правоохранительных органов Чувашии оперативную обстановку в праздничные дни. 1600 полицейских с 1 по 8 января работали в усиленном режиме. Министр внутренних дел по Чувашской республике Сергей Семенов доложил, что количество преступлений по сравнению с прошлым годом снизилось на 30%. Работали в режиме усиления в связи с волгоградскими событиями, не только мы, но и другие ведомства правоохранительной направленности в этой связи. Поэтому мы констатируем, что, в общем-то, элементов экстремистских преступлений вообще в целом, административных правонарушений в зонах проведения праздничных мероприятий мы не допустили. Глава МЧС по Чувашии Станислав Антонов сообщил, что происшествие на воде не зарегистрировано, хотя толщина льда в водоемах в 2 раза меньше нормы. Отдельный разговор о противопожарной безопасности. Из-за нарушения правил или использования петард и пиротехники ни одного пожара не зафиксировано. Мы одни из немногих на территории
страны субъектов, в которых не произошло по этой причине пожаров. Такие показатели, по мнению собравшихся, достигнуты благодаря повышению культурного уровня жителей республики, ответственности за собственную жизнь и безопасность. Глава Чувашии выразил благодарность всем сотрудникам силовых структур за эффективную и оперативную работу в период новогодних каникул. Но все же без происшествий в праздничные выходные не обошлось. Пока все катались на коньках, ходили в гости, смотрели кино, у кого-то в жизни происходили реальные трагедии. 4 убийства, 2 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, групповое изнасилование. Все это произошло за минувшие новогодние каникулы в Чувашии. В новогодний вечер в одном из общежитий по улице 9-й пятилетки женщина заколола ножом своего 26-летнего сына. Все произошло на глазах ее мужа. Все 3 в тот день употребляли спиртные напитки. По этой же улице, уже в другом общежитии, 1 января 42-летний мужчина в ссоре убил мать своего соседа. Женщина приехала на праздники в город из Яльчикского района. Со слов злоумышленника, потерпевшая мешала ему уединиться со своей сожительницей. Это и стало причиной скандала. В настоящее время он арестован. Вечером 1 января наступившего года смертельная ссора произошла в Новочебоксарске между супругами в их комнате в общежитии из-за того, что муж смотрел по телевизору развлекательную программу жанра стендап-комедия, а его жене это телешоу не нравилось. А в результате возникшего на этой почве скандала и последующей потасовки мужчина упал на пол, а женщина схватила кухонный нож и нанесла им один удар мужу по спине. В результате мужчина был госпитализирован, однако через несколько часов скончался в реанимационном отделении местного лечебного учреждения. Еще одно тяжкое преступление было зафиксировано в московском районе города Чебоксары. Там в одной из квартир праздновали Новый год. Отметить праздник хозяину квартиры приехали 2 друзей из Шамуршинского района, а также пришел друг со своей сожительницей. В какой-то момент хозяин квартиры уснул. Мужчина, который пришел со своей сожительницей, отправился в магазин. И 2 жителей Шамуршинского района, воспользовавшись тем, что они одни остались наедине с девушкой, напали на нее, поочередно изнасиловали, угрожая при этом убийством. В какой-то момент девушке удалось вырваться от злоумышленников и выскочить в подъезд в одной майке. А следом за ней выбежал один из насильников, полностью обнаженный. И в этот момент на лестничную площадку вышел сосед, который, увидев происходящее, сразу же сообщил об этом в правоохранительные органы. 1 января в Батыревском районе 58-летний мужчина был обнаружен в своем сарае с признаками насильственной смерти. 4 января в городе Чебоксары в частном доме по улице Тельмана также было обнаружено тело 60-летнего хозяина жилища с колото-резанным ранением. Утром 6 января в больнице Янтиковского района умерла женщина. По данным следствия, ранее ее жестоко избил муж. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика. Вчера утром в Цивильске загорелся магазин. Охранник заметил дым и вызвал пожарных. На тушение ушло не более 5 минут. Пламя повредило часть кровли. По предварительной версии, причина ЧП – недостатки конструкции и электрооборудования. Всего с начала года в республике произошло 22 пожара. За аналогичный период 2013-го было на 2 меньше. В огне погибли 6 человек, в 2013-м – 4. Травмы, как и в прошлом году, получил один житель Чувашии. Спасены 6 человек. Происшествий на льду, как утверждают сотрудники МЧС, с начала года не было. Но опасность попасть под лед в этом году значительно выше, чем в аналогичные периоды прошлых лет. Виной всему – аномально теплая погода. Толщина льда на Волге и Суре минимальная для этого сезона – около 20 сантиметров. Местами есть пробоины и открытая вода. Выходить на лед небезопасно, утверждают представители МЧС. Тем, кто все же решится порыбачить, необходимо соблюдать минимальную технику безопасности и помнить единый номер спасательной службы 112. Избегать одиночного нахождения, во-первых, на льду. Избегать тех опасных мест на льду, открытых участков воды, тех местах, где у нас лед непрочный. Ни в коем случае не проверять толщину и прочность льда ударами ноги под собой. То есть делать это необходимо палкой. И выходя на лед, каждый любитель подледного лова, чтобы имел с собой минимальный хотя бы запас спасательных средств. Та же веревочка и палка.
Альма-матер творческих людей скоро дождется серьезного ремонта. О будущем Чувашского института культуры и искусств глава республики сегодня говорил с его преподавателями и старшекурсниками. Слухи о том, что вуз могут реорганизовать и создать на его базе музыкальную академию, преувеличены. В ближайшее время здесь планируют открыть несколько новых специальностей. Для студентов учебного заведения этот год знаковый, ведь он объявлен годом культуры. Подробности в следующем материале. Будущие звезды больших и малых театров свое мастерство начинают оттачивать на этой сцене. Уже к первой сессии студентам нет равных в пантомиме. Главе республики они показали небольшой отрывок из поставленного своими силами спектакля. При помощи языка жестов юные артисты изображают животных. А напоследок коронный номер. Овации гостей заслужила и студентка третьего курса Анна Тукмакова. Еще в школе девушка всерьез увлеклась музыкой и решила поступить в Институт культуры. В альма-матер пришлось начинать все с нуля и даже изучать нотную грамоту. Уроки даром не прошли. Анна не раз одерживала победы в престижных конкурсах. Преподаватели говорят, что упорству студентки можно позавидовать. В свободное время она занимается еще и армрестлингом. Сначала я поступила в музыкальное училище. Я думала, поступлю, не поступлю. После 10 класса попробовала, чтобы осуществить свои мечты. И так получилось то, что меня приняли. Выпускники вуза – специалисты востребованные. За 13 лет институт закончили множество известных артистов, хореографов и певцов. Михаил Игнатьев заметил, что для поддержки культурной сферы в республике делается много. Работникам повышают заработную плату, решают их жилищные вопросы и ремонтируют здания театров и домов культуры. Каждое третье учреждение культуры, они уже приведены на современный уровень. Дальнейшая эта работа полностью будет продолжаться. В год культуры талантливых ребят ждут новых и интересных проектов. То, что они появятся, преподаватели уверены. Несмотря на то, что институт попал в список учебных заведений с признаками неэффективности, педагоги приводят другие результаты. Более 90% выпускников трудоустраиваются по специальности, а большинство работников – профессора и доктора наук. Хор выходит какой сейчас? Солисты красавцы! Сейчас реализуется проект Нарспи, наша великая жемчужина, Нарспи. Наши студенты будут петь главные партии. Год культуры реконструируют и здание института. Главе республики показали, в каком состоянии сейчас находится общежитие. Просто косметическим ремонтом ему уже не помочь. В спальном блоке протекает крыша. Михаил Игнатьев поручил изыскать средства на ремонт как можно быстрее. Татьяна Молокова, Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Салюты, фейерверки, новогодние хороводы этим малышам еще не знакомы, но их объединяет с праздником то, что именно в новогодние каникулы они появились на свет. 360 малышей родились в Чувашии за полторы недели. Из них 176 мальчиков и 184 девочки. В первый день Нового года на свет появились 49 малышей. Для сравнения, в прошлом году к 9 января родились только 334 ребенка. В этом году 69 детей стали третьими и последующими в семьях, которым теперь полагается федеральный и республиканский материнский капитал – 429 тысяч рублей и 100 тысяч соответственно. Также им будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере 6 116 рублей. Кроме того, многодетным семьям выделяются земельные участки. Приятная новость, которую можно считать подарком всем жителям республики. В веб-проекте «Город России. Национальный выбор 2013», который проходит ежегодно при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Чебоксары набрали рекордное количество лайков – более 167 тысяч. Таким образом, столица Чувашии признана самым привлекательным, узнаваемым и символичным городом страны. В топ-10 участников конкурса «Город России. Национальный выбор 2013» попали также Рязань, Иркутск, Владивосток, Майкоп, Ханты-Мансийск, Смоленск и Уфа. Третье место занял Хабаровск, на втором – Красноярск, с отрывом от лидера Чебоксар в 35 тысяч голосов. Две столицы очень далеко от верха списка. Петербург на 19 месте, Москва вообще на 50-й строчке рейтинга. Завершает список 81-й город Кызыл. Кстати, с 1 января началось новое голосование – «Национальный выбор 2014». Кроме этого, в прошлом году столица Чувашии вновь участвовала во всероссийском конкурсе на самый благоустроенный город России и заняла второе место. В
Чувашии продолжается декада спорта и здоровья. Она стартовала 1 января и завершится 12-го. Завтра в Новочебоксарске откроется Всероссийский чемпионат по легкой атлетике. Богатыми на соревнования выдались и прошедшие праздники. Начни год с заботы о своем здоровье. Под таким девизом 5 января в Чувашии прошел единый день здоровья и спорта. В республике прошли турниры по баскетболу, волейболу и первенство по лыжным гонкам. Не осталось в стороне от массовых стартов и наша съемочная группа. В республике в единый день здоровья и спорта за здоровый образ жизни проголосовали многие жители. Кто-то предпочел спортивные залы и бассейны, ну а более 200 чебоксарцев пришли сюда, в центр зимних видов спорта. По традиции, именно здесь, в начале января, проводят массовую лыжную гонку. С каждым годом количество участников этих соревнований увеличивается, и это не случайно. Многим известно, что даже 20-минутная пробежка на лыжах эффективнее 1 часа занятий на тренажере. На экваторе праздничной недели время для занятий спортом нашли не только взрослые, но и дети. Для некоторых эти соревнования и вовсе стали дебютом. Один из самых юных участников гонки, Никита Адюков, стал на лыжи только в этом году. Теперь на спортивные старты семья всегда планирует выходить в полном составе. То есть полезно, здоровье укрепляем. Мы еще и в садике утренировались. Тебе нравится кататься на лыжах? Скажи. Иногда только нравится. Вместе с любителями на одной трассе и профессиональные спортсмены. Чемпионка Всемирной универсиады, несмотря на плотный график тренировок, тоже решила принять участие в праздничной гонке. Дистанцию Татьяна Семенова преодолела быстрее всех. Хотя о победе девушка думала в последнюю очередь. Я просто хотела принять участие в этих соревнованиях. Просто для себя. Выступить на этих стартах со всеми вместе. Поддержал участников лыжного забега и глава республики. Михаил Игнатьев отметил, что Чувашию недаром признали самым спортивным регионом страны. Лучше всех наград это подтверждает настрой жителей. С каждым годом количество приверженцев здорового образа жизни увеличивается. Надо выходить, дышать этим свежим воздухом, подбадривать себя. Вот самые главные ценности в каждом человеке, в каждой семье должно быть. Мужская дистанция 10 километров, женская в 2 раза короче. На финише самые быстрые и юные участники гонки получили медали и подарки. Хотя многие сюда пришли не за наградами, а ради своего удовольствия. Заряд бодрости все получили с избытком. Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Республика. Новогодние праздники позади, но сказка, судя по всему, продолжается. Правда, теперь события развиваются по сценарию 12 месяцев. Январь явно уступил место марту или даже апрелю. Что творится с зимней погодой, знают синоптики. Уж тает снег, бегут ручьи, в воздухе повеяло весною. На дворе 9 января. Практически все новогодние праздники столбик термометра находился у нуля, а в первый рабочий день 2014-го и вовсе ушел в плюсовые значения. В ближайшие дни до понедельника, вторника, то есть до 13-14 числа, у нас будет сохраняться аномально теплая погода, облачная, небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега. Ветер западной четверти до 13 метров в секунду. Температура воздуха, конечно, очень и очень высокая для данного времени года. От минус 2 до плюс 3. Это и ночью, и днем. На северо-западе европейской территории России стоит обширный атлантический циклон. Он очень влажный и очень теплый. Фронты от этого циклона нас захватывают. Вот сейчас мы находимся в теплом секторе теплого фронта. Поэтому так тепло. Синоптики обещают, что с понедельника зима вернется. К нам пробьется холодный арктический воздух и заметно похолодает. Ночью ожидается до минус 15, днем до минус 10 градусов. Правда, вступит в свои права январь ненадолго. После непродолжительных холодов, вполне вероятно, опять зазвенит капель. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго. Италия близко, Беатриче – изысканность, чувство меры и безупречный вкус. Капризный, манящий и недоступный, он создан, чтобы покорять. Беатриче –
Мегамолл – мультибрендовый бутик «Стрекоза».